О, смотри. Иди, пожалуйста. Чё? Привет. Сразу снимаем уже пушки, да? Привет! Надо же поздороваться с людьми. Сейчас я распаку. Никто не пишет. Они не толерантные, не здороваются. А где они все? Вот их двое, а вот уже трое. Наших нету? Наших нету никого? Я на них не подписываюсь. Бобр. Бабля. Привет. Фу. Ну в смысле? Там кто-то что-то присоединился. Руссо. Руссо. А, Рус. Рус. Руссо. 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 Моя трансляция, понятно? Не матерись, это культурный ресторан. Пакетик упал. Ну, в смысле вы не здороваетесь? Поздоровайтесь хотя бы. О, поздоровался. Привет! Так взмахнула. Взмахнула рукой. Ты знаешь, как это за счастье. Потыкнусь. Давай, за счастье. Я такая скрытная. Их все меньше и меньше. У кого волос? Зубов. Поклонников. Зубов. Лысых поклонников. Лысых зубов. Я не появлялась там где-то месяц. Я в Алма-Ате, люди. Люди. Алло. Она у меня. Дима Куэрти. Какой умный ник. Привет. Ты кто? Съебался отсюда. Привет. Лизунчик. Она, да. Это надо было снять. Нет. Бичка. Ты бичка. Бичка что? Бичка. Он и не? Она. Он и не. Это он п. Он п. Он п. Он п. А у меня 21%. Нет. А у меня много. 68. Было 69. Фу, не надо. Вот опять присоединился. Ты прикинь, меня сейчас найдут. Кто найдет? Прикинь, что будет, если она сейчас найдет какой-нибудь 30-летний фанат. Какие-то странные у вас ники, если честно. Я вас вижу. Где? Вон тот в телефоне сидит. Ты в чем? Ты где? Где ты нас видишь? В смысле ты нас видишь?
Да прикалывается оно. Оно. Ну, что вы не пишете? Есть тут фанаты Шурыгиной? В черном. Хай. В черном футболке. Черный футболка. Тут нет никого в черной футболке. Тут есть фиолетовый, желтый, в пиджаке белом и в бордовой. Но есть бабушка в черном. Ты бабушка? Мама из Китая. У кого? У тебя? Ты про кого? Сам ты из Китая, ебанутое создание. А я вот нет. Ладно. Чё? Вижу, что они пишут. Обидка. Тупые слова. Наверх посмотрите. Он та самая пылинка. Видишь, ты ничто. На тебя никто женщины не обращает внимания. Мультик видно. Мне кажется, наоборот как-то надела. Чуток наоборот. Легла такая, о боже. Это ты про себя, да? А, он козел, он где-то тут на лицо. Да нет, но посмотрите на нее. Че? Че со мной не так? Че они пишут? Лизунчик. Господи, какая я слепая. Некрасиво. Или не красиво. Вот тут некрасиво, да? Или я некрасивая? Девять. Тз. Девять. Аня, тз. Цзвить. Цзвить. Я не про лицо. Цзвить из Китая. Ты из Китая? Нихао. Она еврей, алло. Нихао. Нихао ма? Охан хао ни не. Ничего. Я умею на китайском разговаривать. Буна. Буна зива. Мульцумеск. Подружка научила. Нет. Школа научила. Можно сказать, что я научила. Сисе. Не сисе, а сесени. Нихуя не знаешь, что ли. Сесеневая. Сесени это спасибо, тупой. Мария. Мэй-мэй тут ну красивый. Мэй красивый, мэй-мэй. Я забыла, что такое мэй-мэй. Она просто. А у меня сколько-то процентов? 18. Мне 15. Ей 15, мне 14. Фу. Это апельсин, что тебе не нравится? Не китайка, в конце концов, а китаянка, раз уж на то пошло. И вообще не пизди много. Она дышать, не забывай. Воспитана в железных условиях, так что этот чупик может оказаться у тебя в горле. Она сегодня три раза чуть не подавилась, чупик.
центр красоты Караганда. Я не знаю, кто на меня подписывается. Их много. Жизнь и боль. Именно. Я к вам иду. Давай. Мы ждем. Нихера ты жирный. Азиз 001 присоединился. Ага. Шестеро. Ты близко? Ага. Айер. Близко это где-то в Каскелене, да? Это рот, дура. Смотри, какой сексуальный. Хочешь? Как тебе? Может, пойдем купим мне кеды? Она... Ой. Заставляет... Она ой. Она заставляет меня взять ей какие-то ненужные ей кеды. Или пойдем ту толстовку возьмем. Ой! Какую толстовку? Симпатичное место. Которое на желток похоже. Называется мандариновый гусь. Приходите, всех ждем. Типичный инста, блядь. И чего вы не пишете? А что это выходишь из ВК? Какой жопой я красивая? Какой-то. Чё, подружка, как беляш с базара? Изнутри красивая, сочная, мать твоя, внутри псина-псиной. Горячая свёлочь. Изнутри... Чё? Горячая, сочная и опасная. А внутри псина-псиной. Кто бы говорил? Ой. Кар. Мне неудобно так. Завидуйте, я видела Софу без рубашки. Без этой рубашки. Ей дозволено, ей все можно. Ей можно меня и без трусов парень меня. Есть? Спрашиваю. Это у тебя спросили. У меня? Ой. Алло. Дай мне 4000, пожалуйста. Алло. Подари мне денег на 8 марта. А где он будет стоять, на главном? Уже подъехал? Хай, бэйби, хай! Подари мне 5000. Через 5 минут мне нужно выходить. Точнее, сейчас. Проводишь меня? А ты купишь мне кеды. То, что у меня осталось. Ну, в принципе. Хотя всё. Нет, у меня есть еще 5000. Нет. Знаешь, пальчик. 3500 хватит? Сколько они стоят? Я хз. Нет, это парень. Спасибо. Подождите. 5000 тенге в долларах, это сколько-то долларов. Бля, я такая, ищу свой телефон, ноутбук. Софа, мне нужны деньги. Такси платить надо.